Всем привет! Я сейчас в Лев Камбридже. Ну, здесь, в принципе, красиво. Сейчас я нахожусь в колледже. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так вот это выглядит, получается. Вот. Вот. И на сходу в колледж. Сейчас скрывается за деревьями. Покажу, в принципе, он красивый. Чуть-чуть мотаю камеру. Вот. Ну, там еще часы с другой стороны. Но я это выложила уже на канал. А, ну и, короче... Это их, типа, такой прудик. К воде есть. О, рыба какая большая. Смотрите. Видели? Еще рыбина. Первый раз я вижу такую огромную. Еще. Реально огромную. Интересно, кто? Мартин! Так, что здесь еще есть? А, получается, здесь еще есть... ну, вот у такой нет. Вот... Еще здесь есть, ну, конечно же, утка. Представляем. Куча мальков. Вот какая-то еще непонятная. Это с гусятами. О, какие прикольные. Реально. Есть вот это все. Ну и конец нашего видео. Наверное. И напоследок. Кстати, я видела эту птицу в красной книге. Не знаю, реально ли она в красной книге. Ну, всем пока.